В МВД Калмыкии наградили участников региональных этапов всероссийских конкурсов «Полицейский дядя Степа-2023» и социальная реклама антинаркотической направленности и пропаганда здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». В торжественной церемонии принял участие министр внутренних дел Калмыкии Сергей Никифоров, который поблагодарил ребят за активное участие в конкурсах. Вроде бы малый вклад, да, такой, а он достаточно значимый. Вот, и самое главное, он значим не только в сознании самого участника, он формирует вокруг себя эту значимость, когда рядом смотрят, и человек потом, достигший чего-то, победивший, он гордится, уважает, он сформирует вокруг себя определенный, скажем так, ореол значимого участия. Всего на рассмотрение комиссии было отправлено более 80 конкурсных работ, выполненных учениками, студентами и преподавателями образовательных учреждений. Работы победителей направлены в МВД России для участия в финале. Приехали с Кишиневского района, поселок Ергенинский. Мы очень рады, что наш сын победил на этом конкурсе, занял первое место. Когда нам позвонили, сказали, мы были очень рады. Но когда сказали, что еще будут награждать в МВД, мы были вдвойне рады, что наш ребенок побывает так, ну, на таком торжестве. Конечно, эмоции. Я был рад принимать участие в этом конкурсе, и мне приятно, что мою работу так высоко оценили, и что я сейчас нахожусь здесь. В этом конкурсе главным мотиватором и предложил участвовать в этом конкурсе являлся наш преподаватель по технологии Вячеслав Горявич. Сейчас переполняет эмоции и надеюсь, что в будущем тоже буду участвовать в этом конкурсе. Хотелось бы выразить благодарность, сказать спасибо МВД за организацию такого творческого конкурса, за способность реализовать наши таланты, детские таланты, проявить в творчестве. Готовились к конкурсу. Данзан с большим удовольствием делал поделку, лепил, был настроен на победу. Когда нам позвонили, сказали, что второе место. В общем, все были рады, эмоции переполняли. Поэтому это наша небольшая победа. Надеемся в будущем также принимать участие в дальнейших конкурсах. Мы, как студенты медицинского факультета, не могли остаться в стороне, узнав об этом конкурсе. И хотим выразить свою благодарность Министерству внутренних дел. И управлению контроля за оборотом наркотиков. И мы рады, что внесли свой вклад в этот проект.